Всем большой привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня распакуем вместе с вами одну посылку, протестируем ее, а также выполним коррекцию на одних руках. Эту коробку мне прислали на обзор фирма Born Pretty. Пришла мне она, мне эта посылка из сайта Amazon. Упаковка, как всегда, замечательная. Мои ножницы даже не хотели резать такую тонкую вот эту пленку. Прошу прощения за мою правую руку, она уже давно требует коррекции, но у меня перед отпуском не хватает времени, как всегда, на себя, поэтому буду переделать в последний момент. Я уже вскрыла коробку, здесь находится, как всегда, инструкция. Очень полезная вещь для тех, кто только знакомится из этой фирмы, с этим брендом. Здесь рассказано и показано, как пользоваться тем или иным продуктом. Для меня же она не очень интересная. Я хочу посмотреть на флакончики. Они, как всегда, очень хорошо упакованы. И что меня больше всего радует, что нету вот этой пленки на каждом флаконе. Это вот экономит время при вскрытии данного продукта. Кстати, хотела сказать про номера. Они здесь отличаются от тех, которые указаны на AliExpress. Я, если не забуду, то постараюсь вам оставить дубликаты, которые именно номера, под которыми находятся эти гель-лаки именно на AliExpress. Потому что знаю, что многие покупают именно там. Как вы уже видите на своих экранах, это у меня пастельный набор нюдовых оттенков. Первый ложится, в принципе, все ложатся в два слоя. Я бы их наносила с небольшим выравниванием. Все, конечно же, зависит от того, какой плотности вы хотите добиться. Если полупрозрачный, то хватит одного слоя. А если хотите полностью перекрыть типс, то нужно будет покрывать в два слоя. Мне лично нравится эффект в два слоя, не люблю, когда просвечивает свой натуральный ноготь. Я думаю, что этот набор был подобран именно для френчев, для любого типа кожи. На камеру я наношу вам в один слой, чтобы вы видели, какая плотность у гель-лаков, а за кадром уже нанесла в два слоя, просушила и покрыла топом. Все цвета очень красивые, не спорю, но сейчас лето и все клиенты предпочитают более яркие цвета. Себе переделать ногти я просто не успевала для этого обзора, поэтому я вот сегодня отсняла материал с другими продуктами этой же фирмы в более насыщенных цветах. Надеюсь, Born Pretty будут не против такого комби-видеообзора. А вот и все цвета вместе, согласитесь, очень интересная цветовая гамма. Лично мое мнение, так этот красный, самый слева, он сюда, ну, как-то не очень вписывается, но я уверена, что и для него найдутся свои любительницы. Как и говорила ранее, покрытие я буду выполнять другими цветами, но все той же фирмы. Именно этого гель-лака больше нету в наличии у продавца, ну, по крайней мере, не было. Если найду, то обязательно оставлю ссылку. Это была какая-то лимитированная версия, я ее купила по очень выгодной цене. Набор этих гель-лаков на AliExpress покупала. В общем, клиентка хотела ярко-розовые ногти с каким-то дизайном. И пока я снимала старое покрытие, выполняла маникюр, то она искала что-то себе интересное в интернете. И как по мне, то она нашла аналог фрукта, который называется питахайя или питайя. Я уже когда-то его давным-давно рисовала у себя на ногтях. Но в этот раз все намного проще. Здесь рисовать, в принципе, и не нужно. Просто заполняю половину ногтей вот этим белым гель-лаком с точечками, а все остальное заполняю уже более ярким розовым оттенком. Именно этот розовый очень популярный этим летом. Я его уже делала очень многим своим клиентам.
Белый оттенок я оставила в один слой, розовый продублировала вторым. И на стыке между этими цветами выкладываю кусочки золотой фольги. Белый гель-лак можно было нанести чуть ближе до кутикулы. Не знаю, почему я этого не сделала. Наверное, думала, что буду делать второй слой, а в конце концов решила не делать. И в конечном результате будет видно, что как бы белый гель-лак не под кутикулу нанесен. Но этот момент заметен только на камеру, а для клиента все в порядке, все идеально, все красиво. Завершающий этап — это покрытие топом. Заметили, да, как клиентка дергается, не хочет уже сидеть до конца, устала она. Но вы только посмотрите, какой результат у нас получился. Как по мне, получилось очень сочно, ярко, по-летнему. Напоминаю еще раз, что все ссылки на товары, которые были в сегодняшнем видео, вы найдете внизу в описании. Не забывайте подписаться на мой канал, чтобы не потеряться на просторах YouTube. А я на этом с вами буду прощаться. Всем до скорой встречи. Пока-пока.